В Японии произошло извержение вулкана Аса. Идет эвакуация населения. На юге Японии произошло извержение крупнейшего вулкана Аса, расположенного в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Метеорологи зафиксировали выброс пепла высотой 2 километра. Власти эвакуируют местных жителей и туристов из ближайших к вулкану районов. О пострадавших и разрушениях информации пока нет. Местный аэропорт работает с перебоями из-за выброса пепла. Несколько рейсов были направлены в другие аэропорты страны. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время вулкан может начать выбрасывать камни и лаву. Метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности извержения Аса со 2 до 3 по 5-бальной шкале. К вулкану запрещено приближаться ближе, чем на 2 километра.